Немножечко подсыпаем муки, чтобы было понятно. Сильно круто нельзя, не съесть, прохого нельзя. Потому что середина наполовине. У нас все свое натуральное. Сердовито сервис, скажите нам по своей старой памяти, от чего стал белый свет, от чего стало красное солнце, от чего стал светел месяц, от чего стали частые звезды, от чего стала синяя дыра, от чего стала кит рыба, от чего стала океан море, от чего стала плакун трава, от чего стала строфим птица, от чего стала купорец древа. Я скажу вам по своей старой памяти. Есть у меня книга голубиная, ширины книга трех локот, книга шести локот, ниже слово Господне. Белый свет от сердца его, красное солнце от лица его. Светил месяц от отчаева, часто звезды от речеева, потому что на Сенгара нам благословил жить на ней, потому что на Китриба, на ней вся земля основана, потому что на Кенмуре она весь белый свет окинула, потому что на Плакун трава, но супротив воды плывет, потому что на Страфим птица, на Сизнамерин на камне, в море яйца несет, из моря детей ведет, потому что на Купорец древа, что на ней сам Иисус Христос распят был. Дед Миша, как сказать, научился сыр делать, вот он и продолжает. Всю жизнь сыр. А так для себя я сыр тоже могу сделать. Как может похуже будет, чем у профессионала. Ну. Правда? Да. Так, обедать, так обедать. Пойдем? Вода, 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 как вода. Здравствуйте. Слава Богу. Кши, а то я тебя сейчас. Ах, сердце, сердце. Сколько тебе крови. Поглядите, какая пышечка хороша. На вид хороший, на вкус видно. На вид хороший, на вкус будет тоже. Только чуть тоньше катайте. Подожди, дрова еще не разгорелись, а то еще этой. Да нет, они разгорелись. Дашь мне, ты поле сама будешь. Нет, тут ну, ты взялся. Ну, давай. Взялся за руль, не говори, что идешь. Пока делать нечего. А мы воды. А мне кажется, чуть еще мягче. Вот моя твердая.
Налить еще, Валечка. Ага. Так, это чай муж, не знаю. Мама вчера звонила, говорит, дело так плохо было, что вообще дыхание переходило. Сказал, вот Мишенька обнимался, да? Вот, видите, это в два раза больше. Отче, все мы тебе, Господи, уповаем. Ты даешь нам пищу благовременную, щедрой рукой являешь, животные наполняешь. Благослови, Господи, пить и есть, рабам, рабыням. Помяни, Господи, царя Давыда, всю кротость всех святых, праведных родителей. Вечная память нашим предкам, а умершим всем, Царство Небесное. Прости их, Господи, и прими их, Господи. Год пролежала. Царство небесное, покой вечный. Прости ее, Господи, прими ее, Господи. Давай собираться, пойдем. На моей сторонке пташечки поют звонким своим пением, спать нам не дают. На моей сторонке роднички журчат, а в небе жалобно журавли кричат. Сторонка ты, сторонка, бросают все тебя. Там на чужой сторонке будут.
Да, давай разберу. Миша пенсию получает, $100 еще не получает, а я не получаю. А детям надо посылать в Россию. В Кавказе цветут фиалки, воспетые в восточных одах. Одах широко стояли платаны и чанары, роняя на чистые дорожки мохнатые шарики с ниточками. Классы Алба. Stundenplan. Stundenplan? Mhm. Haben Sie gestellt? Ja. Ja. Ah, mehr. Я с вами пока не прощаюсь. Отдыхайте. Холодно еще с ними работать. Было бы тепло. Человеческом главоле Господь. Церковь апостольская, а раз он есть община духоборцев. Посреди горы живет дух божественной мудрости. Сила Бога в человеке, обитающий в ней источник воды живой, благовествует о вечной жизни. Их добродетель, хорошая жизнь, восторжествует над миром или земным царством, которому конец приближается. Тогда духоборцы станут известны всему человечеству, и Христос будет один достойным царем. Вокруг него соберутся все люди. Только этой славе будет пришествовать. Время скоро без питания. Борьба будет ужасная. Правда одержит победу. Водворится Царство Божие на земле. Богу нашему славу.
Были сосланы сюда, на Закавказ, за то, что не поверили той вере, которую они не хотели. То и была там. Молимся сами, без посредника, сами собою. А это вот так на портреты вешаем, Кирочки. Ну, тут почему печальные кружева, потому что тут в основном все покойники. Вот я так повесила. В этом году хорошо было, зима была хорошая, тепло было, ни одну лопатку снега не чистили. Все мои братья, один брат на севере живет в Коми, пишет, говорит, звонит, говорит, 40 градусов мороз, ужас один. Другой в Ставропольском крае, тоже, говорит, очень холодно. Я говорю, приезжайте к нам на юг, Настя. Спаси меня, Господи, спасением своим вечным. Затворять ни ворота неприязанные, где бы есть земля темная и мрачная, на ней нету свету, нет жизни человеку. Господи, Боже мой, услышь молитву раба своего. Не пересели меня, Господи, прежде свидания рости моего, аз возвешу мысль Твою роду своему. Должен возвестять правду Твою, роду грядущему, Господи Боже мой. Бога нашего, спаси, Господи. Здорово. Слава Богу. Слава Богу. С праздничком. Спасибо, Господи, и так же и вас. Живо. С праздничком. Христос воскрес. Таня, Марина, как идите? А есть у нас прости нас, Господи, Господи, прости наших детей и внуков, все, Господи, прости. Поехали. Собирайтесь завтра на могилочку. А то будете пешком идти. Увидимся.
быть тебе на горе на Вихогорье, пойманной, связанной, поймают тебе идеи, приведут Пилатому ручки, ножки, распинавших, гвоздем прибивавших, уста жалчу напоявших, страстью главушку пробивавших. Возьму я, матушка, твой сон, спешу и положу. Подбил камень латаря, двумя замками замкнул. Будет замок, тамоский, патриамоский. Кто, матушка, твой сон? Утро, вечер будет читать или при себе в доме держать. Тому будет счастье в житейском, бытейском, и путях, и дорогах, у торгах, у базарах, у пирах, у беседах. Кто, матушка, твой сон? При смерти поменяй.